люди в белом сегодня на прогулке. Это Тошка бежит. Видели, какая-то Тошка. Классная. Пустыри. Заросли. Уже все поросло. Хотя дорожка свежая, в прошлом году только закатали. Уже так поросла. Такие бурьяны огромные. Да. То есть, в принципе, потерять цивилизацию это очень быстро. Я так понимаю. 100 лет. Какой 100 лет? Вот год прошел, и уже все поросло. Полгода. Полгода, если не ухаживать, то будет вот так. Сейчас видим. Внутри ухожено. Сотрудники ухаживают за людьми. Цивилизация. Как легко превратиться в из человека. Ладно, Ватсон. Шиповник такой большой, пустый. Но мы там идем? Мы можем через дорогу пойти. Фигурка, мишки сидит. Там еще какие-то фигурки. Можно пойти поснимать фигурки. Интересно. Хватик. Кот. Да тут кто-то поставил грибочки, придумал. Там мишка сидит, ждет деток, когда детки вернутся. Интересно. Вот цивилизация, вот смотри, дом асфальт. Пошло сколько там вниз, и надо спуститься. 20 максимум. Вот что происходит. А пройдет еще сколько-то, это все как разломится и будет вот так. Ну, мелкий разломится. Да. Это не будет цивилизация. Весьма относительно. Да. Люди стараются, цветочки на дереве сделали. Красиво. Да, что написано? Что-то написано. Юра. Уа. Точно. Да.
можно потерпеть. Цветочки красивые. Садики не работают, очень все пусто. Никого. Деток нет. Площадки пустые. Воспитатели также дома и сегодня? Получается, что... Нет, те, кто находится в городе, они там по полдня работают. То есть они, то есть так они получают 2/3 зарплаты, а если они работают, то там чуть больше. Если они выходят, то что-то делают, может там убирают. И... Я буду. Да. Работал, ушли в отпуска. Наверное, сюда. Пойдем. Пройдемся. Ага. Искали. Было верно. Искали, послали? Послали, так послали. Слепно. А вот эта площадка чем-то напоминает советскую, да? Ну, в принципе. Да, наверное, чисто там, где не ссорят. Я думаю, что это утверждение верно. И сын, наверное, встречу рыжий. Карапинич. Сейчас полезет на дерево, да? Нет. Облом. С первого взгляда, да? Видишь, котики гуляют. Собачки, котики. Вон, утки. Все, вот это идет. Голос так ходит. Ворон. Их слепая, ну что-то удивляешься. О, ворона какая. Угу. Вороны. Угу. Получается, как из-за угу.
такой у них получается вообще, как две школы. Не, ну вот, я имею без звук заходить и все. Oh, sorry.